Пингвины из Мадагаскара. Да ладно, нет, конечно. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и, конечно же, под предыдущим роликом вы писали: о, у тебя деревня как в Привет, Сосед. Тут прям реально Привет, Сосед 3 какой-то, блин. И вот я тут подумал, и, ребята, давайте вместе с вами сыграем сегодня в Привет, Сосед в моей деревне, блин. Что у нас тут? Это наша хата, веранда точнее. Сейчас у нас тут старый холодильник с пингвинами из Мадагаскара, блин. Старый кораблик. Что у нас тут? Что у нас тут еще по хате интересного? Так. Дверь заперта. И всякие формы, сумки, мешки для мусора и все такое. Хороший, прекрасный денек, точнее утро даже, да? Утро такое свежее, пасмурное утречко. И мы идем сказать здорово, сосед. И все такое. Что, у нас тут собакина есть, которая очень хочет, чтобы я ее погладил. Давай, Лидушка, посиди спокойно. Ох, какая хорошенькая собака у нас тут. Ох, какая хорошая собака. Не прыгай, не прыгай. Наверное, она не хочет, чтобы я пошел к соседу. А мы с вами пойдем к соседу. Обязательно пойдем к соседу. Мы же должны узнать, что у него в подвале. Лида, мы должны узнать, что у него в подвале. Так что давайте-ка пошли. Что у нас тут? Что у нас тут? Да, тихо. Что у нас тут? Так, открываем калитку. Ну что, пойдемте скажем здорово, сосед. Что у него тут? Что у него тут? Машинка стоит заваленная. А там нам делать нечего. Так, что-то у него какой-то огромный тут забор. Ну давайте подойдем. Попробуем открыть. Ой, у него там еще есть собака, походу. Так, эта штука у нас открывается. И... где я, блин? Блин. Куда это я попал-то, е-мое? Мне кажется, по голове стукнул кто-то там. Наверное, сам сосед. А куда я попал? Я в каком-то подвале, что ли, е-мое? Ну и дела. Он поставил тут эту. Что? Не видно ничего через это окно. Ах, дверь-то закрыта или нет? Ну-ка, тут свет. Тут свет-то у нас вообще есть. Ага, свет-то хотя бы включается. Интересно, есть чем тут дверь открывать? Попробуем. Вот этим попробуем. А по-моему, она и так бы открыта была на самом деле. Так, дверь в гараж. И опять дверь заперта. Так, а здесь... О, господи, какая дверь-то скрипучая. Что это, котельная? Ну, в принципе, можно через это окно вылезти туда, я думаю. Тут даже можно встать сюда для этого.
Отлично, я нашел выход. Ой, блин, ядовитый газ. Надо, в общем, отсюда валить. Ну ладно, ребята, ну конечно я показал вам неправду. Это был наш подвал, естественно. Че бы. Я не настолько глупый балбес, чтобы лезть в дом соседа. И не настолько смелый, как главный герой из «Привет, соседа», чтобы проникать не в подвал. Да и сосед у нас абсолютно не страшный. А в подвале у него я был. Он такой же, как и у нас, собственно говоря. Ну что ж, вот так вот мы с вами сыграли в «Привет, соседа». С вас лайкос, подписался с меня, блин, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в ВКонтакте. И всем пока, я не буду. Так вот.